понедельник в Твери будет отключено аналоговое телевещание. Многие зрители звонят нам в редакцию с одним и тем же вопросом. Что же будет с телевидением после 3 декабря? Об этом наш следующий материал. Для начала включите телевизор. Если он показывает меньше 15 каналов, вам необходимо купить цифровую приставку или подключиться к сети кабельного телевидения. Если ваш телевизор показывает больше 15 каналов, то вам беспокоиться не о чем. Вы по-прежнему сможете смотреть все те каналы, которые смотрели ранее. В частности, телеканал «Тверской проспект Регион». Телеканал, который имеет статус «Обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации Тверская область». У нас более 30 операторов связи по Тверской области, которые сотрудничают с телеканалом «Тверской проспект Регион». Это очень большая сеть, и потенциальная аудитория телеканала составляет 1 042 000 человек. Ежедневно в эфире телеканала новости, аналитика, полезные программы. Вы можете получать проверенную информацию обо всех значимых событиях, острых темах, последних тенденциях. Кроме того, журналисты ежедневно работают с обращениями телезрителей. Огромный пласт информации идет именно через телевидение. Наши телезрители могут напрямую влиять на все события, которые происходят у нас в регионе, потому что у нас тесная связь. К нам звонят, обращаются. Мы реагируем на эти обращения, жалобы. Смотрите телеканал «Тверской проспект Регион» во всех телевизионных сетях на 21-й кнопке. Телефон редакции 300 077.